Уже стало традицией, что во время телевизионной музыкальной программы «Песня года» среди песен лауреатов этого фестиваля звучат песни, написанные композитором Александром Морозовым. И так случилось, что последние 3 года эти песни представлял певец, который сейчас выйдет на нашу сцену. В сопровождении группы «Свято» под руководством Михаила Мельникова поет народный артист Украины Николай Гнатюк. В лугах стога и запах сена, туман не чудится, река, не сыщешь и во всей вселенной пейзаж такой наверняка, не сыщешь и во всей вселенной пейзаж такой наверняка. В лугах петляют тропки версты, стога блестят, как купола, и мне во тьме искать по звездам пути до ближнего села. И мне во тьме искать по звездам пути до ближнего села. В лугах гуляют звездопады, как счастлив я, устала в травы падать в ночной росе, промокнувши насквозь. В лугах хочу я затеряться, от городской сбежав тоски, и до зари в лугах шататься, брести на эти огоньки. И до зари в лугах шататься, брести на эти огоньки. На эти хаты, что в тумане, на эти мокрые стога, на тот дымок, что вечно манит теплом родного очага. На тот дымок, что вечно манит теплом родного очага. В лугах гуляют звездопады, в лугах следы дождей и гроз. Как счастлив я, устала травы падать в ночной росе, промокнувши насквозь. Спасибо.